Здравствуйте, мои дорогие любимые зрители. С вами Регина из Италии, из прекраснейшей Флоренции. Сегодня хоть погода пасмурная, но дождя нет. Сегодня я нахожусь в Барберино. Это аутлет. Порадую вас обзорами. Посмотрим, куда я зайду. И прежде чем как начнется обзор, попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал. Потому что все, что я снимаю, я публикую сначала на телеграм-канал, а потом уже на YouTube. Вы можете не успеть купить то, что вам понравится, потому что не будет то ли размера, и либо не будет той вещи, которую я уже опубликовала на телеграм давно. На YouTube я выкладываю, когда у меня есть время. А также предупреждаю вас, что мой телеграм-канал дублируют мошенники. Заказы я не обсуждаю на телеграм-канале. Заказы я обсуждаю только на WhatsApp. Присылайте мне скриншоты на WhatsApp. И все вопросы только на телефон WhatsApp. Все. А сейчас я желаю вам всем приятного просмотра. Здравствуйте, мои дорогие любимые зрители. Сейчас я порадую вас обзором в этом бутике Гуэс. Я ни раз здесь не делала съемку. В центре Флоренции не разрешают, а в аутлете можно. Поэтому давайте зайдем и посмотрим. Значит, что хочу сказать. Перед тем, как вы начнете обзор, имейте в виду, что я... Thank you.
One more hour.
Видите, очень красивая. Посмотрите, какой рукав заложен. И сама ткань тоже очень красивая, богатая. 350-245 евро. И показываю то, что я не показывала. Такое вот красное платье. Может быть, это показывала, уже не помню. Это мелькает в голове, 239 евро. Так, что здесь? Вот такое вот красивое платье. Тоже темно-синего цвета. Как раз-таки зима-осень. 117 евро. Очень хорошие скидки. И это очень хорошее качество. Сейчас я вам скажу. 95% шерсть. Это синего цвета платье. Я стараюсь иногда в зеркало, иногда вот так ставить, так вам виднее. Потому что когда я в руках держу и показываю в телефоне, не очень все видно. Хорошо, посмотрите, 55 евро. Но состав я не знаю, сейчас я вам скажу. Вискоз 65%, цена отличная. И также такое же платье есть в оранжевом цвете. Точно такое же, точно такое же. Вискоз. Желтое такое платье. Но на самом деле цвет достаточно яркий, желтый. Прям вот такой вот желтый-желтый. Такое вот платье. 128 евро. Вот такая вот скидка. Вот такое вот платье. Жемчужинками. Розового цвета. Это в данный момент размер М. Цена 89 евро. Это я многократно показывала платье. Это тоже я показывала шелковое платье. Это размер S остался. S это 42 размер. 279 евро. Это шелк. Такое вот платье. С таким запахом. Цена хорошая, очень хорошая. Здесь платьишки, если вдруг что я показывала, это можете посмотреть на YouTube, я уже это все выкладывала. В плейлисты заходите и ищите Луиза Спаньоли. Это все я показывала, вот такие вот свитерочки. 57 евро. Вот такие вот, видите, цвета какие разные. Тоже видите, какие цены просто суперские. Это кардиган и топик есть. Вот такие вот. Конечно, не все размеры есть, но тем не менее цены просто вот такие вот, да, смешные. Это в данном случае топик вот такой. Вот такой же топик, вот с таким вот, такой лямочкой. Вот здесь есть топик, кардиган, и это я вам показывала уже. Такие вот кардиганчики, желтый, голубой, черный и розовый. На 96 евро. Тоже платье шелк. Хочу показать вам то, что я не показываю. Вот такие вот кардиганчики. И да, вот такая вот краска и с задней стороны лен. Я тоже показываю. Можно найти во влогах моих и посмотреть. Если вдруг что, скажите мне, сфотографируют, вышлют, я вам покажу поподробнее ту или иную модель. Уже брюк почти не осталось.
размер 44, 51 евро. Это синие вот такие брюки. Это брюки. Такие штанишки. Темно-синие брюки, уже размеры не все остались, видите, и все, что есть. 71 евро. Это я уже вам все показывала. Здесь я тоже не знаю, что показывала, что не показывала. Что тебе показать? И также брюки. €114. Я все показываю, я прохожу мимо. Если вдруг кто-то новенький зашел и, ну, видит, что я прохожу, не показываю, заходите в плейлисты, вы все это найдете. Вот такие вот брючки и жакет. Просто не помню, уже это показывала или нет, но сейчас вот еще раз покажу, если вдруг что. Они достаточно широкие. Здесь идет резинка. Замочек. Так, брюки стоят 125 евро, 250 они стоили. И вот такой вот жакет. 252 евро. Очки. Помню, я в центре Флоренции покупала эти брюки для одной клиентки в Израиль. Не только брюки, и верх тоже жакет. Вот такая вот курточка голубого цвета. Нет, ну такой синий, он не голубой, но красивый, перламутровый цвет. Платье. Сочка. 198 евро и 68 процентов шерсти. Также юбка есть, также есть вот такая жилетка. Это жилеточка двухсторонняя, можно и так, и так. Жилетка стоит 165 евро. И вот такие серые брюки. Широкие. €112. Ну вот так вот понемножку я вам все показала. Просто по пути, потому что я уже здесь сделала съемку на днях. Может быть, кто-то увидит сумочки, захочет. Здесь я тоже вам подробно показывала буквально недавно. Вот еще плащики есть, которые я показывала. Есть M и Large. 48 размер это будет. 48, 50 и русский. Очень красивый.
Это я вам показала. Ну все. Ну что ж, дорогие мои зрители, на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи и пока-пока. Не забывайте, ставьте лайк, пишите комментарий. По возможности я всегда прочту и отвечу. Всем до свидания.